Трактор пришел, поработал на Костровом пруду. 4 там, ковша, кажется, привез. И все как надо. В тот раз начали тонуть, и он начал тонуть. Сухая погода, прямо наверху, и сразу начал тонуть. Соломцы. Вот он нагрудил, сколько видно. Достаточно для этого. Загородка, это костер, где у нас костер. Там крест стоит. Вот он где, высоко. Трактор ездил туда сейчас. Вот Волков Владимир Иванович. Он туда приволок. Сейчас я покажу землю. Вот она, кучка его. Тоже надо было ехать. Ну, сейчас напрямую пойдем тут около леса. А что тут около леса? А тут рядом уже поле. Вот сколько наворочили. Это сено. Погода не дозволяла. И все равно у Бога всего много. Вот оно как. Это, видимо, диакона Евгения Янчука поле. Вот тут. Просто показать, где деревня. Вон она, видать. Вот это вот лагерь. Это вот идет трактор.